И всем привет, с вами снова я, вы снова со мной, и мы снова в истории Нико Беллика, мигранта с довольно непростой судьбой. Человек, который поставил на уши весь Liberty City, а также стал одним из самых влиятельных его людей. Ну, это все спойлеры, и сейчас давайте разберемся с графиками. Мне что-то это немного напрягает. Дисплей. Вот это прямо вообще никак. Давайте все поставим на среднее и. Видимо, мне правда надо будет делать что-то с монитором. Хотя, может быть, сейчас я могу. Не хочу я с тобой общаться, Мишель. Исчезни, пожалуйста. Так, вот эта кнопка. Теперь мне сюда. А, нет, это в принципе что-то у меня. Почему я к этому вообще сейчас присматриваюсь? Нам играть надо. И значит, сейчас мы в активных поисках нового жилья. А, собственно, какие у нас варианты есть? Паки, это Фрэнсис. Ну, значит, отправимся к Паки. И куда-то пропал наш братец Роман. Не живется этому человеку почему-то. И это очень грустно. Да сколько можно лезть на мой монитор, а, мошкара? Вот откуда они берутся? Дыню купили еще несколько дней назад. Или это было вообще на прошлой неделе? Так, мне нужен автомобиль. Парень, ты первый, кто мне попался, так что. О, ты не говори, ты не шпрехаешь по-нашему, по-английски. Я не хочу с тобой общаться, Мишель. А тем временем мы едем помогать нашему товарищу Паке. Да. После пятой части машины здесь ощущаются совсем по-другому. Они более тяжелые. И все же, мне кажется, что они здесь более реалистично сделаны. А таксисты все такие же тупые. Хотя в пятой части. А, я не пользовался ими в пятой части. Мне была нужна карта. Город не такой огромный. О. Там что, полиции еще на месте не было? Надо запомнить время. А, телефон 6. А, значит, 6 часов, 15 минут они никого не хотят разыскивать. Что ж, мне это на руку. Идем на подработки к местному барыге, потому что он толкнет вкусную речь. Вообще не прозвучало. И нет, это ни в коем случае не пропаганда, чего бы там ни было, идите в баню. Вот так звучит. Уйди. Не хочу я с тобой общаться. Не ругайся. Так, ладно, паки. Сходим, пообщаемся. Надо было бы поставить модов на одежду. Или ИНБ поставить. Я не знаю, у меня с этим мало опыта. О, у меня сейчас количество кадров 9999. Ага. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Да уж. Oh, there he is, Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if Интересно, да. being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Да уж, может быть, Bye. увидимся.
Че, неплохая, да? I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Хм. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Это очень хорошо. Давай, работа нужна. Патрик МакКрири, если я правильно помню. В любом случае, car, Патрик очень удобный. Okay, there's a ship coming in, and we're the welcoming party. Отлично. Who are we welcoming, and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Oh, yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chased European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. Ah, I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. You know, a male bonding about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Они очень хорошо потом сдружатся, да. И да, у меня почему-то эта игра немного тормозит. До 30 кадров падает. Что-то у меня на фоне. Так, кажется, надо будет тоже потом почистить систему. И мы наконец-то приехали. All right, here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock, so we can scope that shit out. Follow me, Nico. О, погодите, это та самая миссия с паркуром? Кажется, она. Патрик, давай, беги. Я бегаю чуть быстрее, чем ты. Stick to me, man. Я уже. Так, теперь нам сюда. Да. Вот это я помню. Это очень редко когда используется, но все же прикольно, что этому нашлось место. Ха, мне кажется, не только ты, Нико. Отлично. Теперь мы вроде пройдем сюда. А, я почему-то не допрыгиваю. А, вот теперь получилось. О, даже так. Вот это хорошая миссия. Так, теперь мы сядякаемся. Садимся, сидим и ждем. This is where the deal's meant to be going down. Угу. Вот это место нашей сделки. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds.
Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get кино. Wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Понятно. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Вполне. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. То есть в любом случае нам придется стреляться, да? Ладно. Нет! О, фух, Нико, его армейская подготовка спасает, и я только что облажался. А как бы это сказать, я прыгнул не в ту сторону. А может проще взять и обойти? Попробую так. Как бы тоже удобно. Что? Как вы заподозрили меня? Я был непримечателен. Я даже не американец. Так, вот сейчас Паки нужна помощь. О, да. Здесь люди встают. Они не умирают окончательно. Это не делает... Это не заставляет тебя ощущать каким-то бесчувственным убийцей, который живет только ради денег. Здесь, прежде всего, хочется стать человеком, начать какую-то новую жизнь. А еще, мне кажется, здесь весьма громко. Ай. Кто посмел? А, ты догадался выйти, да? Второй! Чё-то они там бубнят на своем мексиканском. Да я эту машкару перебью. Всю в доме. Так, понять бы, кто и откуда стреляет. Кажется, они где-то вот там спрятались. Так, все-таки соберу патронов и постараюсь успеть до того, как Паки убьют. Это мне будет невыгодно. Давай вылезай. Неплохо. Ты мог постараться и получше, ты мог бы убить нас обоих. Так, а теперь... постараемся украсть незаметно всю эту небольшую машину. Аккуратно проходим. Что это было? А, там еще один? Откуда? Хорошо, ну да, я все-таки жухнул вот этого чувачка. Думал, тебе это так легко сойдет? Лучше бы ты себя не выдавал, честно. Взял аптечку, не знаю зачем, но тем не менее удобно. А теперь поехали. Да, придется чуть-чуть повредить машину. Дважды. А теперь всего лишь уезжаем отсюда. Я только выехал, ты уже начинаешь бурчать. Серьезно, замолчи. О, прям под полицейским участком. Пес сама, Пекки.
I'll give them a taste of their own fireworks. О, это будет хорошо. We may as well go at pace. I like it. Гранаты. Так. В кого они целятся? Что там происходит вообще? Ладно. You should have backed off a long time ago. Давай, 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 давай. А, даже по этим сильно задним проехался. Давай, 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 бум, 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 бум. Отлично. Лови. Нет. Так, теперь надо аккуратно проехать здесь. Не подавать виду. Потому что иначе могут быть проблемы. Ну все. Мы справились. Ну, этим ребятам надо будет сейчас дать по лицу. Конечно. Целый грузовик. That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Да, Nico, come over here. You work for these Mick bastards, fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Отлично. Еще один работодатель появился. Хорошо. Потейто шут прочел. Очень хороший потат. Так. Ну, раз уж здесь все равно рядом, почему бы, блин, не зайти? И все же. Как по мне, здесь город очень большой. И здесь такси очень необходимо, особенно если нет машины, а машина здесь машину по-любому иметь очень трудно, потому что она никак не отмечается, как пятерки. Ты ее теряешь, потому что часто приходится ехать на машинах для заданий. А кто такая Мишель? А, нет, какая-то. Вот. И в принципе ее здесь очень легко повредить. Пятерки ты насчет этого не паришься, тебе все равно установят. Но ты их можешь тюнинговать по-веселому. Ну что, погнали. Come on, Jimmy. Let's go to my office. Okay, that's it, sir. You're undercover. Upsy-daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. Стоп, последнее интервью. Это нам надо быть костюм, прийти к определенному времени. Да, я помню это задание. Мы относительно недалеко от того места, где я остановился при прошлом прохождении. Я не понимаю, самым долгом. Это было позапрошлое, кажется. О, я эту фотографию уже видел. Now, people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character and I'm finished. Ну да, как же ты преувеличиваешь. I wanna make a difference. What? Some lawyer. Адвокат что-то портит. Thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off at his wife's face. Hey, enough. Sorry.
Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So. Ну, я смотрю, им тут очень весело. It might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Да, надо присутствовать именно на интервью. В душе. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Да, конечно. Хороший человек. От кого это вообще слышно, алкаш? Так, ну что ж. Нам нужно теперь интернет-кафе. Подать заявление на работу. Туман. Так, а самый ближайший интернет... Ну, блин. Ну, если сюда, то нам по прямой практически, да? Поймай бы такси, чтобы... А, выбежим прямо на дорогу, что нам мешает? Муж иммигрант. Нам все возможно. Скунс. Отлично. Чего он сразу пугаться начал? Ха! Where can I take you? Так, сколько мне это выйдет? We're going to Frankford Avenue, yeah? I know a fun way to go. Отлично. Ну, давай, рассказывай что-нибудь веселое. А, ты не наш городской таксист, Валера. А Валера же его зовут? Ему все постоянно почему-то дают разные имена. Никто не знает, как его зовут на самом деле. Но этот таксист чертовски хорош. Ни одна история, которую он рассказывает, не похожа на другую, и они все разные. Несколько ребят решили услышать, ну, попытаться выслушать у него одну и ту же историю. Не получилось. У него жизнь полна историй, и он почему-то работает таксистом. Он был врачом, он был пожарным, он был полицейским, он был археологом, он даже пытался космонавтом стать. И у него это почти получилось, если бы не пара человек. В общем, человек, который практически... В принципе, этот человек пытался быть практически всем, кем только можно в этом мире. Слушай, а можно ускориться? Город и так пустой. О, отлично, ему это нравится. Гони, гони. Что так все в городе ехали, а не только наш главный герой? И он еще нормально так едет. Но он все равно умудрился врезаться, да? А тот вышел из машины. Вышел, начал по-тихому осуждать. А мы и не против. Вот, здесь такси — это абсолютная польза. Here we are. Oh, thank you. А, они уже давно пишут старые цены. Но, тем не менее, спасибо. Подвез. Так, я возьму прямо твой компьютер, с ним будет попроще. Так, что мне надо? А. Ой, чего у меня так много этих писем? Так, ага, точно. Уже так много. Ага. Ладно. Спасибо, Брюси. Так, это можно удалить, оно все равно скоро исчезнет. Роман. Да.
Ну да, ну да. Хорошо. И все-таки, что с ним произошло? Красиво ответил. Так, что здесь? А, реклама. Что? Ну. А если нажать? Фу, нет. Трэвис Янг. Светлана. То есть, в принципе, они даже рекламу делают правдоподобной. И у них-то получается, она раз раздражает. Так. Это... мы сделали. Ага. А вот это... стоп. 9485550100. Ух ты. Это реально полезно. И да, надо бы найти ему машину. Так, а, точно, мы за задание нашли. Том Голдберг, блин. Ага, да, нам сюда. А, куда бы зайти? Ну, давайте сюда. Отправить резюме. Ох. А вот это, кстати, можно бы почитать, если я понаделал скриншотов. Ага. Отправить... и теперь можно выйти. Да, как же. Так, чё, сколько у меня денег? 66. Хм. Можно спокойно заехать в оружие. Это точно. Это точно. Ну, а сколько было грант, столько и осталось. Стоп, куда я еду? Я же еду не на... А, это так далеко. И до Патрика еще ехать. Ну, ладно, сделаем его задание. Сохраняться каждый раз не хочу, но портить статистику тоже неохота. Может, это тренер поставить, чисто из-за сохранения. Пицца! Ага. Nico, what's this I hear about you running with Patrick McQuarrie now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down, he's my damn brother, you idiot. Packy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brother. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCrearys. Be careful what you wish for. I don't believe this! Я забыл, что они братья. И да, я реально сейчас хочу попробовать вот на эту штуку забраться. Мне кажется, она рабочая. Я ни разу этого не пробовал. А, простите. Кстати, этого достаточно.
Я очень надеюсь, что оно работает. Очень надеюсь. Говорит, что буквально, что у него на уме. А давайте бахнем содовый. Это будет весело. Playbacks. Nico, shit is getting fucked up. I need to see you at my crib. How did the big real estate deal go? That cat ain't got no vision. Wants to shut down the site and shit, make it a memorial to union workers who died in accidents. Я and не удивлен. Fuck you, Steph, I'm in. I got bigger problems. Come see me now. Я вообще не удивлен, что у него так вышло. Так, сейчас. А, точно, оно выше, стоп. Мистер Беллик, this is Karen from Goldberg, Lignor and Scheister. We'd like to arrange an interview for you at the earliest convenience. Come into our offices. Да, оно реально работает. I can free that period up in my schedule. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. Спасибо. Отлично. Суббота 12. Она реально рабочая. Обалдеть. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. The smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business and get the file. Обалдеть. Я не знал, что оно реально рабочая. Я даже не обращал на них внимания толком. Но это очень быстро, в принципе. Метро работает. Эти вещи тоже работают. Потрясающе. И теперь до Паки мне гораздо ближе. Не особо, конечно. Я только полпути прокатился. Но все равно удобно. Эй. Ладно. Я понял, что не буду это так часто использовать. Но это, по крайней мере, было весело. Нет. Я упорно ее игнорирую. Блин, если бы я знал, что Playboy позвонит, я бы и не стал уходить оттуда. Это что, кладбище? Здесь есть станция метро? Карта? А, нет. Сюда буквально что один въезд и выезд. Туда, не знаю куда. Здесь всего один человек проживает. Зачем это место? А, нет, здесь больше одного человека. Короче, я хочу уйти отсюда и отправиться к плейбою. Nico, the shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth is doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Да, конечно. The shit is fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Да уж. Короче, я возвращаюсь обратно. И беру нормальный транспорт и еду к плейбою. Ну, стоит отдать должное, смотрится это неплохо.
С другой стороны, я теперь понимаю, что это тупо. Зачем соединять эти две части города? Самый густонаселенный участок города с самым густо закопанным участком города. И буквально что соединили жилые кварталы с кладбищем. За чем? Я так надеялся, что нашел более эффективный способ передвижения, чем такси. Нет, такси ничто не победит. Интересно, а паркур карты в GTA 5 есть? Что ж, глич я нашел. Я даже попрактиковался в лазании. Эй, стой! Так, ладно, я беру такси. Евреи. Кстати, а я их не видел в пятой части. Так, сегодня какой день недели? Суббота. А пятница. Блин. Еще письмо от Джейкоба. А он что пишет? Оу, ЛДЖ, спасибо, чувак. Я хотел к плейбою. А теперь получается, что мне вовсе нельзя ничего такого делать. Чтобы... Вот холера. Стоит ли мне тогда в принципе выполнять какие-то задания? Как бы я могу успеть? Почему всегда такое неудобное время? И погнали. Да, Мишель, зачем ты вообще создана, уйди? Мне очень грустно, что в пятой GTA ее не пристрелили. Честно. Она мне никогда не нравилась. При первом прохождении, кстати, не знаю, я пытался с ней наладить отношения. Ну, она мне внешне не нравилась, но я думал, что это спутница главного героя во всю игру. Знаете, как... М.Джей Паркер. Мэри Джейн Паркер, да. Она и разочаровывается в главном герое, и расстается, и соединяется, и не ссорится постоянно, но они вместе. А тут... Я думал, что-то подобное будет. В итоге нет, она сдала нас. Она за нами следила. А потом еще и... Названивает Хиндерми. Always all this problem in the neighborhood. I cannot understand and then. Поехали. Вот это был мощницкий дрифт. Стоп, что? Блин, Мэлори! Ладно, надеюсь, она перезвонит. Блин. Вот это было неловко. Sup, money? Hey. Man. Business is tough. I ain't a cold person. Ну да, конечно. I mean, I am cold, but... Motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now,
Ты сядь, но не выпивай, тебе стрелять надо. Because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. I gotta have the money, man. Is all this? All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. Пусть так и будет. Fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, да. Everyone does. Отличное оправдание. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me а dead. Что в этом плохого? I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. Вообще не пытался, я в этом уверен. And still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? Да кто знает. Cass been talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. Нет. But you can. Зачем нет? But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, мы не хотим этого делать. Мы этого не будем anyway. Делать. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. Do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. You see me? Now I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Nah. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. И при этом у него везде висел фотографию Дуэйна. На самом деле, первое прохождение это такое довольно тяжелое решение. Как бы нам и деньги нужны, но и друга не хочется терять. А теперь ждем. Чего-нибудь. У нас что по организации? 12 интервью. Жаль, что вот этот органайзер очень слабо используется в игре, потому что задумка прикольная. Монтируешься по времени, стараешься особо не умирать, не выполнять какие-то другие задания, потому что одно уже активно. И это реально здорово. Были бы здесь свои варианты создания миссии, как в GTA San Andreas, Dion, кажется, назывался мод. Так, получается, мы ничего не получим, пока не уйдем отсюда подальше, да? Ну, давайте покатаемся где-нибудь. Надеюсь, Мэлори позвонит опять. Мне очень грустно, что... Да. Как вовремя. Nico, I think Roman has been kidnapped. I heard he owes some Russians money. A friend of mine saw him at that car club on Hound Point. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Mompoc and Bohan Industrial. I'll check it out.
Вот это задание я помню. Оно мне очень сильно тогда задело. Мы едем туда. Так, что нам там будет по пути? Особо ничего. Здоровье полное, броня отсутствует. Патронов жуй, чем хочешь. Пора его спасать. Дмитрий. You've crossed the line, Dmitry. Попробуем ему позвонить. I got your message, Dmitry, you piece of shit. You're a dead man. A dead man. Before you die, I'm going to cut your face off. Then I'm going to hang it on my wall to remind me what a lying, cheating, treacherous scumbag looks like. Goodbye, friend. Небось, он сейчас стоит и смеется на том же складе. Я очень хочу его пристрелить. Аккуратно. Так, теперь поворачиваем здесь. Склад уже должен быть близко. Так, а вот эта машина мне может пригодиться потом, хотя ладно. Сначала доберемся, а потом уже решим вопрос о транспорте. Вот и он, тот самый склад. Блин! Это задание можно пройти уже с помощью Дуэйна. Но я что-то так дошел до выбора. И то он еще не начался. Ну ладно, я с этим и в одиночку справлюсь. Многовато их. Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. Mm-hmm. I hear you. Так. I'm bored. О, а ну-ка. Time for some map. Ladies, this is... Так. Помощь Джейкоба я не могу попросить, да? No matter how much I wear, да, сейчас к этому нет возможности. Да, ладно. Так, там есть аптечка. Тут особо ничего не лежит. Если я здесь прыгну, то этот может выскочить. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь на первом этаже. Около пяти на втором. I got to go back to the gym. It really sucks. Oh, yeah. Погнали. No one fucks with my family! Now you go down. Hey, asshole, we got... Зрело это сделали. Я все семь раз добыл, что у вас все. Так, отлично. Еще один готов. Так, здесь очень хорошо ставить в голову. Это в пятерке куча бронированных, спецслужбы всякие. Нет, здесь уличные разборки, здесь серьезные разговоры. Ну а тут и был дурачок.
Так, чуть-чуть обидно вышло. Слегка разочаровался. Так, давай, вылазь. Ты был где-то там, мышь. Вылазь сам, или тебе будет хуже. Тебе все равно будет неприятно. Я тебе это пообещал. Так, кажется, там есть бронежилет, нет? Нет. Это склад, что с ним можно взять? Теперь поднимаемся наверх, чтобы как можно скорее спасти нашего непутевого... надоедливого... Ну, единственного брата. Он семья, а за семью и не такое сделаешь. Вы получили то, что заслужили. Попался. Боевиком? Мне это по душе. Где-то либо на уровне, либо рядом. Здесь. Ну так. Это было хорошо. Как он выжил? Дорога Ярости вместе с Нико Беликом. Кто вспомнит? Мы уже рядом. Ах вы! Не то он вас убьет. Передайте ему привет. Еще. Не хочу я на вас патроны тратить. Ауч, у него же глаза потемнели. Это явно было неприятно. Но мне его совсем не жаль. Он где-то здесь. This is not so good, cousin. You are Nico Bellic. Да трепись, что хочешь, придурок. С семьей не связываются. Доминик будет доволен. Thank you, cousin. You saved my life. We should get out of here. Хотелось бы, чтобы он встал. Я бы ему тогда еще раз голову прострелил. Пойдем. Ха, кстати, да, отсюда можно выйти. Стоп. Скорее всего, они могут быть где-то здесь еще, нет? Ну ладно. Если они признали свое поражение, то пусть. Ха. Примерно эту же машину я и видел на улице. Bobcat, да. Приятное воспоминание. What happened, Roman? You have been gambling. I give you money. How are you in debt? There are cycles, cousin. You must lose a little to win a lot. Come on, my cards were not good. Roman! That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Bohan is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Да уж, Роман, ты себе нажил неприятности в жизни.
Ладно, что-нибудь придумаем. Пока держись подальше от неприятностей, пожалуйста. Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge and getting your own way. And all you care about is money and gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men... We just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine, but leave the Russians alone! I was not the one gambling in their private club. I didn't know! Give Akai a break! Okay, okay. Все, успокойтесь, ребят. Okay. I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Первый раз, когда я прошел это задание, это очень сильно меня прям окатило в эмоциях. Блин. Как тут теперь сохраниться, а? Через несколько часов уже и задание очередное. Сохранение двигается на 6 часов. Это будет уже пол второго, значит я... Я не смогу. Нормально. Это будет как провал задания, получается. То есть мне надо будет еще здесь сидеть. Ну, выйду на мост, то есть постепенно проеду. Это где-то здесь будет, по-любому. Потихоньку проеду и... А там уже будем думать. Время 8. Ну, как раз пока буду не спеша ехать, соблюдать правила дорожного движения, становиться на светофорах, ехать за машинами, а не вокруг них, то как раз где-то к половине 12 и доеду. А там пешком пройдусь несколько кварталов. И... все. Ну, в принципе, это и весь мой план. О, да. Как же это здорово. Я ведь старше 15 лет. Ну и теперь это надо все сохранить в правильном порядке. На. О, одобрение, спасибо. Какие хорошие девочки. Я в такой жопе еще разочек идти. О, лисичка. Так, вот это надо выложить сюда. И вообще-то я ну, чуть-чуть засмотрелся на красивых девочек. Все, что? Блин, так-то справа никого нет. Ты ехать будешь или нет, дятел? Стоп, сколько сейчас время? 9. А? Так, ну... Ах, в принципе... А, точно, мне же надо будет еще костюмчик взять. Короче, пошли вы. Нафиг. А не другое слово, как вы могли подумать. Что ж вы считаете, что я такой некультурный? Так, давайте до туда доедем, а потом уже поговорим. Погодите, почему мне кажется, что я...
Вы сейчас конкретно надо мной издеваетесь, да? Ладно уже. Главное только уехать отсюда. Небольшой уровень розыска. Он не сильно мешает. Брюси. Что ты пишешь? О, да, я понял. Ты присылал одну машинку. Ладно, вот после этого задания получил апартаменты и сделал перерыв по делу топ-задания. То есть поищу работки у Джейкоба, поищу работу у Брюси, выполняю его заказы. А, что там еще было? На Романа подработаю. Схожу наконец с несколькими друзьями в развлекательные места. То есть, подниму отношения. Здесь они действительно помогают. В эпизодах тем более. Тут ты делаешь все с нуля, а там тебе уже даются какие-то конкретные персонажи с какой-то историей, отношениями и, в принципе, ты сразу примерно понимаешь, что они за люди. Ник уже, он более глубже раскрывается. Да помню я, 10 хил. Ну, слушай, я успеваю даже без соблюдения ПДД. Ах ты ж... шарлатан. Ты чё, обнаглели? И да, что-то в таких местах у меня кадры проседают. А такого раньше не было. Кто звонит? Кто звонит? Ну как же с деньгами? А, так, мне уже пишут. А, фух, нет, это не GTA 5. Эти вы меня уже пристрелили за то, что я цапнул машину. Да, я приехал. Надо сразу взять костюмчик. Ну, а на этом месте, ребят, я с вами прощаюсь. Все-таки надо сдать меру, а то всю игру сразу с вами пройду сейчас. Ну, спасибо, что пришли. С вами было весело. До новых встреч. Я вас обожаю. Вы классные. Всем удачи. Адьос. Всем пока.